Датские археологи продолжают исследовать большое кладбище скандинавов в деревне Осум рядом с Оденсе. В прошлом году здесь обнаружили 50 скелетов мужчин, женщин и детей, живших в эпоху викингов. По словам ученых, из-за особенностей местного грунта останки исключительно хорошо сохранились. Ничего подобного мы раньше не видели, по крайней мере давно. Если мы находим несколько зубов в могиле, уже повезло. Но здесь у нас целые скелеты. Площадь кладбища 2000 квадратных метров. Умерших похоронили здесь примерно в X веке, когда Дании правил король Горм Старый. Археологи предполагают, что эти люди были жителями сельской общины. Ученые планируют провести анализы ДНК древних останков. Это поможет узнать о родственных связях и происхождении умерших. В некоторых могилах нашли ножи, украшения и другие артефакты. На кладбище похоронены люди разного социального статуса. В некоторых могилах нет ничего, а в некоторых есть броши и жемчужные ожерелья. В самой богатой могиле прямо в повозке похоронена женщина. Жемчужное ожерелье было на ней. Рядом также лежали нож с серебряной рукояткой, ключ и деревянный сундук. Еще мы нашли брошь, сделанную на острове Готланд на востоке Швеции, а также точильные камни. Археологи уверены, что в этой местности более 1000 лет назад процветала торговля. Причем многие артефакты родом из Швеции и Норвегии. Когда раскопки завершатся, останки людей и все найденные предметы перевезут в исследовательскую лабораторию при музее в Оденсе.